Добрый день! Мы сегодня снова рады приветствовать вас в цехах Каменского станкостроительного завода и хотели бы предложить вашему вниманию станок серии SM. Данная серия станков произведена с применением инновационных технологий, высококлассных комплектующих, и в ней внедрены все последние достижения в области производства станков ЧПУ. Сейчас рассмотрим данную модель более детально, из чего она состоит и какие особенности в ней есть. Станки серии SM отличаются высокой точностью, высокой скоростью обработки. Сфера их применений очень широка. На них можно обрабатывать материалы, начиная от пенопласта, дерева, пластик, камень, мягкие металлы, также вплоть до стали. Очень огромная линейка типа размеров рабочего поля, начиная от 1,30 м на 1,30 м, заканчивая 2 на 4 и 2 на 6 метров. Это очень большие станки, на которых можно изготавливать очень большие изделия. Также эти станки подойдут как для мебельного производства, рекламного бизнеса, для производства мастер-моделей, оснасток под литье и многих других задач. Данный станок способен работать 24 часа в сутки, 7 дней недели, то есть практически непрерывное производство, что очень важно для мелкосерийных и серийных производств, где количество выпускаемых моделей очень важно для такого рода бизнеса. Но рассмотрим теперь конструктивные особенности данной модели. Рама станка данной серии изготовлена из профильных труб 140 на 140 мм с сечением стенки 10 мм. Это довольно-таки жесткая рама, которая хорошо держит статические и динамические нагрузки, не подвержена влиянием вибраций. Обработка площадок под направляющие косозубую рейку происходит по новейшим технологиям на обрабатывающих центрах ЧПУ. Данная технология позволяет фрезеровать поверхность, а также сверлить и нарезать резьбы для крепления направляющих и косозубой рейки за один постанов, что делает обработку очень точной и в дальнейшем влияет на качественную бесперебойную работу станка, что очень важно для промышленной серии. На данном станке установлены направляющего рельсового типа фирмы Хивин. Сечение направляющих 20 мм. Отличие данного типа направляющих в том, что они очень хорошо держат точность, хорошо держат, очень жесткие сами по себе. И обработка площадок, о которой говорилось ранее, точность данной обработки заключается в том, что при нагрузках подшипник не будет выходить из строя, так как этот подшипник очень капризно относится к любым перепадам и неровностям. И данный способ крепления и фрезеровки площадок позволяет служить вашим подшипникам долгое-долгое время, не выходя из строя. Опоры портала. Опоры портала на данной серии могут быть изготовлены двух типов. Это стальная версия из 20-миллиметровой стали. Также может быть опоры портала изготовлены из литьевого чугуна. При заказе станка можно уточнить у менеджера, какой тип опор будет установлен на станке, и проверить это в спецификации к договору. Также обратим внимание на ось Z. Ось Z также может быть изготовлена из трех типов. Это стальная стандартная, также 20-миллиметровая сталь, что очень хорошо держит нагрузки, динамические нагрузки, статические нагрузки, позволяет точно обрабатывать. Может быть изготовлен из алюминия, что облегчает саму конструкцию, увеличивается скорость обработки. Это как бы применимо для легких материалов и для раскроя. И может быть изготовлено из чугуна, если вам потребуется обрабатывать камень, металлы, вплоть до стали. Шпиндель на станках серии SM устанавливается водяного охлаждения. На данной модели стоит шпиндель 3 кВт. Также станок может быть укомплектован шпинделями 4, 5, 6, вплоть до 12 кВт, в зависимости от того, какие задачи перед станком вы ставите. Ход по оси Z в стандартной комплектации 300 мм. Если же вам нужно увеличить ход по оси Z до 400 или 500 мм, это тоже возможно на данной серии. И благодаря жесткому порталу и опорам станка станок не теряет ни в точности, ни в скоростных характеристиках. Еще особое внимание хотелось бы обратить, что на данную серию станков можно установить шпиндель с автоматической сменой инструмента.
Очень удобная вещь для тех, кому в процессе обработки требуется поменять от 2 до 3 до 4, а то и до 6 инструментов на одну деталь. Это увеличивает и точность обработки, так как уже нет человеческого фактора и фактора того, что оператор может ошибиться при смене инструмента. Также увеличивает скорость обработки, чем ручное. На оси Z установлен для перемещения винт ШВП диаметром 25 мм. Это позволяет работать быстро, точно, выдерживать большие нагрузки, работать 24 часа в сутки. По оси X и по оси Y установлена косозубая рейка. Сечение косозубой рейки 30 на 30 мм. Это довольно-таки мощный узел, который также отвечает за перемещение, может работать непрерывно, то есть также в режиме 24 часа, обеспечивает хорошую точность, хорошую скорость и не дает сбоев. Передача движения от двигателя косозубой рейки в базовой комплектации происходит через стандартный редуктор. Данный редуктор обладает высокой точностью, высокой надежностью. По желанию можно установить планетарные либо же волновые редуктора. Данная опция позволяет станкам серии SM приблизиться к таким фирмам, как Haas, Fanuc. Данные планетарные редуктора позволяют обрабатывать очень твердые материалы, мягкие металлы, сталь, камень, но с очень высокой точностью. Что касаемо двигателей. На данной модели сейчас установлены сервоприводы с обратной связью, так называемый энкодер. В чем преимущество сервопривода перед шаговым двигателем? Сервопривод является более мощным, более точным, но основное преимущество его в том, что энкодер и контроллеры независимо контролируют каждый двигатель по отдельности. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации, если вдруг какая-то из осей дает ошибку либо сбой, программа автоматически останавливает полностью станок, что в первую очередь может сохранить ваш инструмент от поломки, предотвратить порчу изделия и порчу заготовки. В базовой вариации стоят шаговые двигатели. В чем преимущество шаговых двигателей? Они также очень высокоточные, но у них очень привлекательная цена по сравнению с сервоприводами. По вашему выбору можем установить и тот вариант. Обратим внимание на стол. На данном станке установлен алюминиевый стол с Т-образными пазами. Сечение алюминиевого профиля по сравнению с аналогичными станками гораздо толще и гораздо жестче, что позволяет выдерживать столу вес заготовок. То есть на данный станок можно вложить заготовки с очень большим весом, и это не деформирует стол и сохранит его геометрическую плоскость. По желанию можно установить вакуумный стол. Вакуумный стол имеет преимущество в том, что имеет более прогрессивную технологию крепления заготовки. Очень удобно при работе с листовым материалом, пластик, фанера, ДСП, листовой алюминий. Смена заготовки и ее крепление к столу происходит за очень короткое время. Достаточно только включить либо выключить вакуумный насос. Станки серии SM комплектуются блоком управления станка. Данный блок собран из высококлассных комплектующих мировых производителей. Квалифицированная сборка блока позволяет избежать электромагнитных помех и обеспечивает стабильную работу станка. Управление станка в базовой комплектации возможно через программное обеспечение Match-3. По вашему желанию, возможна установка под NC-Studio, DSP-пульт, либо профессиональную стойку ЧПУ. Данный выбор зависит за вами, к какому более программному обеспечению вы привыкли, либо с каким знакомы. Что хотелось бы сказать в завершении про данную серию станков. Данная серия станков, несмотря на свою промышленную принадлежность, на свою сложность, также может быть использована и не в больших мастерских, и для каких-то стартапов, также может быть, есть профессиональные резчики, которые занимаются резьбой на дому. Она неприхотлива в установке, удобна в эксплуатации, отличается большой надежностью. Сфера применения у нее также очень огромна. Данную серию станков полностью разработана и создана на базе нашего
завода, применены самые последние технологии и достижения в области построения станков ЧПУ. Все, что хотелось бы сказать об этом станке, мы сказали. Данный станок очень хороший, практически всегда есть в наличии, поэтому при заказе не заставит вас долго ждать его. А так, всем большое спасибо. Ссылка на станок в описании. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими обновлениями. Всячески поддерживайте отечественных производителей станков ЧПУ. Большое вам спасибо. Ставьте лайки. До свидания.